Алло, 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 алло. Слышно ли хорошо? Мы с Коной на связи. О, слышно? Вроде Да, подключилась. Теперь слышно. еще надо камеру включить. О, все. О, шикарный Привет. вид. Привет. Привет, привет. Привет. Не знаю, видно ли котов. Видно, значит, серенький. Пытаюсь, чтобы было Вот, видно все, всех, дальше но больше, тут у меня, дальше. тут еще во. О, еще и собачки. Ну, а Отлично. как же? Нас теперь тут не только собачки, у нас тут 33 собачки, щенки, котики, все, короче, полно. Давайте как раз начнем. Начнем с этих цифр. Мы уже запутались, сколько у вас кого, и каждый раз, когда мы рассказываем про вас нашей аудитории, Тут увеличивается. добавляем немножко, как бы так, понимая прогрессию прошлых лет. Значит, итак, давайте откроем этот большой, не то чтобы секрет, а как раз эту информацию сделаем официальной. Сколько у вас котов и сколько у вас собачек? Сейчас у нас именно здесь у нас 670 котов и 33 собачки. И отдельно еще 170 собак. 170 собак отдельно еще. Еще отдельно, да, еще отдельно. Еще отдельно, за городом, далеко, потому что, ну, собаки мешают, соответственно. Купили небольшой домик. Пришлось купить домик такой небольшой. Ну, как бы не все там еще сделали, но как бы там сейчас 170 собак. Ну, много привезли из боевых зон собак. Очень много, надо было куда-то их расселять. Ну, и мои тут были до этого еще, подрастали щенки. Тут своих хватает, травмы много хватает. Но в основном с военных зон принимали собаки. И котов мы принимали с военных. С передовой, с нулевой, и, короче. Херсона привозили, в общем. Как-то так. Поэтому не успеваем мы раздавать котов, как нам снова привозят. Мне садиться нельзя, мне надо только стоять, потому что сейчас будет вот так вот будет все. Вот так у меня присаживаться вообще нельзя, потому что лезут даже вот такие, все. Вот. Говорит, давай есть, уже все, уже всем все надо. Какая красивая трехцветочка, а? Ну да, О, вырастет красивая кошка. я Это такую же капец. хочу. У нас таких много маленьких. Ой. Все, терпи, сейчас будем кушать. А у нас вот тоже есть кто-то. О, красивый. Мы можем таких же вам еще передать. У нас вон, сейчас попробую. Я не знаю, видно, не видно. Сейчас вот так вот попробую. О, уже лежат, уже все холодно, уже у нас как бы все же в тепле сидят. Ну хорошо, отлично, отлично, что вы все живы, здоровы, и все то дело, которое вы начали, продолжается. Ну давайте расскажите, какие у вас новости. Не по отдельно, конечно, по каждому кошачьему случаю мы следим за вами на Фейсбуке очень активно и переживаем, когда кто в больницу попал, а такое впечатление, что Новость, только новость. из нее и не вылезают Ой, только из этих тоже. больниц. Да, из этих больниц, ну, к сожалению. Ну, что у нас новости? Пытаемся от города добиться хоть какой-то земли, чтобы взять, чтобы нам дали какую-то землю, пытаться строиться, потому что мы не помещаемся. И мы что-то в аренде, мы же территория в аренде, которая под снос, и так или иначе, я думаю, к весне нас попросят. Поэтому пытаемся добиться какой-то земли от власти и что-то будем пытаться строиться. Не знаю, когда это будет, нам сказали, что где-то к зиме как-то вопрос решится. Вот. Война войной, а нам надо как-то жить. Поэтому надеюсь, что скоро все закончится, и мы хоть как-то уже, пока все закончится, чтобы мы уже могли переехать в какое-то новое помещение. Но нам совсем места нет. Вон, собаки наглеют, заходят жить с котами, да, Перчик? Перчик. Перчик, он должен был уехать в Чехию, и в последний момент отказались от мальчика, да? Уже Перчик у нас пока ждет новую семью, да? А Что вот у трехцветочку нас как на зовут ручку. маленькую? Еще никак не зовут. Их только принесли пару дней назад, мы еще имя не придумали. Еще их две таких трехцветки, один рыжик, вот таких вот четыре штуки. Две трехцветки, один полосатый и один рыжий. Недельки три, нам еще нет месяца, она еще маленькая, еще молочко пьет. Это ждет бутылку. Ждет бутылку. Там молоко у нас остывает, она вот ждет, пока остынет молоко. Еще зубов нету даже. Еще маленькая. Перец. Перец, ты звездой хочешь быть, да? Ты рисуешься. Уже Да, звезда уже звезда, да. нашего Да. эфира. О,
все, все перекрывают мне, видите, все, нельзя садиться, говорю, тут только стоять можно. Ну хорошо, расскажите нам немножко про ситуацию у вас в приюте, и хотелось бы тоже узнать, как дела в Одессе. Прихожу сюда в 9 утра и ухожу отсюда в 2 ночи, когда уже комендантский час как 2 часа. Я вообще от жизни уже вообще отпала. Животных увеличилось, и я просто не успеваю физически. И, ну как, у нас ситуация, как обычно, сложная. Не хватает то еды, то наполнителя, то пеленок, то салфеток, ну такое все. И что-то сложнее, сложнее с каждым месяцем, сложнее все становится. Ну как-то так. Ну держимся, держимся. А в Одессе что? Что-то прилетать начало как-то так, я не могу сказать, что чаще, но прямо так где-то рядышком. Вот вчера хорошо так гахнуло, у меня собаки все в панике. Коты, как коты, собаки очень стрессуют. Очень. Поэтому так оно, когда еще хорошо так отдает детонацию, не очень приятненько. Не знаю, что сказать вам. У нас тут еще девочка ко мне приходит, помогает. Она их поселок там вообще разбомбили, там ничего не осталось. Она приехала сюда с 20 котами, вот ты у меня, и она приходит, помогает. И вот она прямо, смотрю, она очень переживает, потому что она это вообще прошла, скажем так. Ну, ничего от города не осталось. Поэтому... Это из какого города? Ну, Херсонская область, там маленький поселок, я все время забываю, как называется. А Береслав, она так и говорит, что Береслав. Мы ее так и называем, что коты из Береслава, где-то вот такой небольшой городочек. Ну, вот как-то так. Так что у нас есть люди, которые там оттуда. Оттуда и коты оттуда, и девочка оттуда. Ничего не осталось у людей, как бы вообще ничего. Жена и земля, поэтому. И они к вам вместе с котами? Ну, естественно, они сюда приехали, они на съемном жилье, ну, кто возьмет, у нее 4 собаки, 20 котов, как бы, ну, как бы берут у нас животными, но не с таким количеством, да? Если с таким количеством, это надо что-то большое снимать, надо же по деньгам все. Ты у нас, собаки у нее, ну, и как-то так. Она котов своих бросить не может, поэтому приходит помогать. Скажите, пожалуйста, а какие самые большие у вас сейчас нужды для того, чтобы нам как раз сказать... нашей аудитории, ну, что вот собираем, вот две зимы тому назад мы на генератор собирали, на и была генератор, такая, да. Была такая четкая цель, и так мы все радовались, что нас так спасло, удалось нас помочь тогда с этим. Зима, вы нас тогда просто спасли, потому что такая зима была тяжелая, еще не знаю, неизвестно, какая это будет зима, надеюсь, что не будет такого отключения, но тогда, если бы не ваш генератор, мы бы тут вообще замерзли бы. У нас же кроме света тут нету никакого отопления. Ну, у нас сейчас что? У нас самое большое, у нас сейчас пришло время вот прививки всем ставить, а в приютах без прививок нельзя, потому что это сразу будет эпидемией. А это, чтобы было понятно, боже, я уже считала, мне стало плохо. Чтобы сейчас всех привить, это надо 1040, я не знаю, это на ваши где-то полторы. Полторы тысячи. Полторы тысячи долларов, да? Да, это чтобы привить сейчас всех. И, ну, и обработка ежемесячная выходит в эту сороковку. Вот всех сейчас обработать от паразитов, это 40, и привить всех 40. Я не знаю, это просто горит, потому что идет зима, они сейчас будут все в закрытом помещении, все вместе, это будет вирусная нагрузка сумасшедшая. Поэтому мы ж поедаем 1,5 тонны в месяц. Корма. 1,5 тонны в месяц, да. И кошки. Наполнители. Это кошки, да. И это кошки 1,5 тонны, и собаки тонну. Короче, мы как хорошее производство, как это правильно сказать, животноводческое, да, как раньше говорили, там, вот у нас такой вот, скажем так, расходы очень большие, в основном на еду, еще и зима, они же сейчас едят как черти, много, вот не дает мне ничего делать, вот не дает мне ничего делать, все, да? Еще Все напомните, совесть, пожалуйста, еще один и раз совесть. скажите, сколько кошек и собак? 670 кошек. Кошек. Ага, что с кошками, с кошками, с кошками живет 33 собаки и отдельно 170 собак. То есть у нас 200 собак и почти 700 кошек. Ну, скажем так, 1000 голов. Можно сказать и так. Понятно. А в прошлый раз было 500, да? Мы начинали мы с чего-то меньше 500 было. Было 350. Два года тому назад, потом в прошлом году, да, было как раз, ой-ой-ой, уже 500, а сейчас уже 670. Тут, получается, не откажешь, но надо было как-то вывозить животных с нулевых, ну куда, ты не откажешь, хочешь, не хочешь, ну куда их девать?
процесс, видите, еще до сих пор идет уборки, тут до ночи убираем, стираем, тут такое. Процесс не прекращается. Труда очень много. Ну хорошо, если, может быть, вы могли бы немножко еще показать ваш замок, Хозяйство, все, да? Сейчас я, так, а ваш дом. как здесь переключить? Подождите, сейчас я попробую переключить на... О! Вот тут уже все спят. У нас тут клеток добавилось полно, потому что вот они сверху сидят. Вот так вот они все. И сидят у нас. Тут бокс, я не знаю, в прошлый раз был бокс уже, да, когда вы Не было, так делали этих связь? не было, это новые клеточки. Это нам подарили ребята с Николаева. Они там, когда такие были спасательные большие операции, у них остался лишний бокс, они по приютам раздавали, когда было много больных. Вот когда вот в Херсоне, когда вот эта дамба взорвалась, вот тогда закупались вот эти боксы, животных много же было тогда, утонувших там, холодных, мокрых, и вот нам повезло, нам как бы упался боксик. Так у нас выручают, сейчас там вот больные лежат, это просто спасение. Ну и вот у нас, вот они, сейчас попробую, вот они тут штабелями, вот так вот. Им там тепленько, Ох. хорошо. Вот они вот тут набиваются, короче, их везде. Вон сверху они лежат. Это же еще только маленькая комната, сейчас пойдем в большую. У нас тут домики добавились, короче, вот они везде тут. Где только можно. Где можно, где нельзя, вот все. Везде. Везде лежат. Тут вот ножки повыставляли свои красивые. Где коты, вот так вот, вот везде. Где только можно, где нельзя. И собаки попутно. Ну, коты не могут, ой, собаки не могут не дружить с котами. Они тут меньше. Ага. Поэтому у них выбора нет. Короче, вот так вот. Вот у нас еще улица. Вот так вот у нас еще. Вот так вот, вот так вот. Ну, тут уже мало их осталось, поэтому... Ну, собачек там сейчас не видно. У нас там собачки вот там, в темноте. Он там бегает, не знаю, видно, не видно. Ну, вот там. Часть собачек там, часть собачек с котами. Поэтому кто себя хорошо умеет, кто плохо себя ведет, живет отдельно. Вот такие вот у нас. Вот такие вот у нас еще есть собаки большие. Овчалки. Короче, как-то так. Ну, вот. Везде коты. Везде коты. Ну вот, как-то так. Здесь самая теплая комната, поэтому здесь их больше. Понятно, понятно. Такие вот большие тут живут с нами. Очень большие. И вот это вот мелочь. Но это постарше, не та, что на меня лезла. Вот так вот. Поэтому очень много. Очень много, да. И вы Да. по-прежнему всех по именам знаете, по мордочкам. Ну, а как же? Куда же без них? А как их вот блошить, обрабатывать? Журнальчик, и там, по датам, кто когда прививку получил, кто когда получил блошку, кто чем болел, сколько когда приехал, откуда приехал. Но Лена, по-другому а никак. на них какие-то бирочки есть? Нет. Нету на них бирочек. Мы их все знаем, мордочки. Это вот вопрос Нет, на бирочек нет. проверку был. На проверку. Нету. У нас есть только мы. Я помечаю некоторых кошек ошейничками. Те, допустим, что еще ждет стилки, например, там, да, или там у кого-то какие-то определенные лекарства, чтобы я их в толпе могла различить быстро. То есть я на них вешаю какие-то там ошейнички. Если там какие-то препараты, вот мне надо будет давать, допустим, препараты, и в толпе попробую найти его. У нас же есть почечники, есть печеночники, у них там же свои препараты ежедневные. Поэтому, что пока бегаешь, то есть мордочку-то я их знаю, но чтобы быстро найти, надо раз-два и вот. Ну, вот, к примеру, вот девочка, вот у нас такие вот ошейники я вешаю, этот, допустим, она еще не стерилизована. Ну, таких у нас мало уже осталось. Потому что они приезжают, когда и мы же в клетке не содержим их без надобности, только если болеют. Поэтому, что издеваться, держать ее в клетке, поэтому идет. Потом приходит время стерилизации и уезжает на стерилку. Потом стерилизуем, ошейничек снимаем. Слепышек, вот видите, какой красивый слепышек у нас. Слепышек. У нас таких 10 слепых абсолютно. Вот как мы... Таню, по-моему, в прошлый раз показывала. Вот у нас 10 слепых вот таких. Если так не знать, что он слепой, не будешь знать даже, что он слепой. И у нас вот старички есть красивые. У нас он даже попалась на Невская маскарадная. Тут есть у нас. Иди сюда, красавица. Красавица, иди сюда. Такая вот у нас породница есть.
было вот пару месяцев назад было 6 этих, господи, скажите мне, лысиков, как их? Сфинксы. И тоже, вам скажу, очередь на них не стояла. Очередь не стояла, еле раздали, в хорошей семье поотдавали лысиков наших. Ну, в общем, так вот. Ну, в основном вот у нас такие обычные кошечки. Ну, опять же, как их можно назвать обычными? Вот он вроде слепой, смотрите, какой он красивый, какой у него хвостик. Какой у него хвостик красивый. Почти мейн-кун. Ждем, пока, скажем так, вернется на круги своя, и, наконец-то, люди поразбирают их по домам. Ну, будем надеяться, что-то а пока... Очень... Да. Пока будем себе собирать вам на помощь, чтобы всем прививки сделали, чтобы никакая эпидемия не пошла, не началась у вас. Потому что, Да, конечно, вы очень, очень это очень тесно. страшно будет. Очень да, тесно, тесно, да, очень тесно. живете. Да, поэтому мы так мечтаем уже про новое помещение, что, может быть, нам повезет, нам дадут эту землю наконец-то, и мы начнем строить. Потому что, вы знаете, в Одессе земля стоит как целый самолет. Поэтому слишком далеко от города мы уезжать не можем себе позволить, потому что к нам вообще-то никто не доедет. Мы там просто сгинем, как те приюты, которые выехали далеко от деревни, скажем. Я вот даже к собакам своим, вот они у меня находятся за 100 километров от Одессы, и я могу попасть к ним раз в неделю, раз в две недели проведать, то есть очень неудобно. Ну и люди неохотно едут за город даже. К нам хотя бы раз в неделю кто-то приходит в гости погладить, потискать, кто. А за город кто к нам поедет? Никто не поедет. Есть свои минусы большие. А в городе купить землю мы не сможем. Уже очень, очень дорого. Поэтому ждем, что нам хоть что-то город поможет, хоть что-то. Нет у нас, к сожалению, программ никаких от государства. Не знаю, может быть, мы когда-нибудь придем к этому, что нас будет поддерживать хоть немного государства. Ну, пока. Пока так. Хорошо, хоть люди поддерживают, уже хорошо. Уже Очень хорошо, и это уже хорошо. радует, что у нас хотя бы люди поддерживают. Да, вот вы поддерживаете, еще ребята приходят там на выходные, вот, гладят, почесывают, не знаю, пытаются там фотографировать, помогать перестраивать по семьям. То есть это тоже очень важно. Скажем так, пытаемся найти им семьи даже в наших условиях. Что, дети, сейчас будем? Это у нас больные котики нам приехали. Требуют еды тоже. Понятно. Спасибо большое, Лена. Очень приятно было вас увидеть, ваших котиков тоже. Будем Спасибо, спасибо. Собирать деньги через две недели, надеемся. Разнести информацию про ваш дом. Что-то для назови кошек и немножко собак. Все. Lonely Hearts, да, вы называетесь? Lonely Да. Hearts. Когда-то назвали так, уже не меняем. Уже все. Это у нас сегодня полетело все 4 машинки одновременно. Спасибо, одну принесли, подарили, остальные пришел мастер, вот только сейчас под вечер сделал. Думаю, ну, у нас вот 4 машинки, нам не хватает. Ну, при нашем количестве, это же как бы, прямо у нас как прачечная. Ну, мы меняем же каждый день, эти же подстилки надо менять, они же ложатся, обеленяют, пачкают, поэтому у нас тут уборка по-серьезному идет. Мне присаживаться нельзя, я только присаживаться, не все на голове сидят. Это Герда. Да, Герда? Герда Толстуха наша. Все. Живет 4 года у меня, и так ручной нормально и не стало. Что? Да сейчас иду, чего вы кричите? Уже требуют еды, говорят, что я ничего не делаю, не кормлю их и издеваюсь над ними. Слышите, жалуются? Да. Жалуются на меня, что плохо кормлю их. Лена, хорошо, спасибо большое. Тогда мы вас отпустим на кормление котов. Спасибо. Спасибо, что показали все. Небольшой Хорошо. Апдейт этого года у нас запечатлился. Спасибо. Я была очень рада вас слышать. А то Да? Мы так редко общаемся, вечно не хватает у нас времени, да? Да, У нас и у вас. Раз в году только. Ну, очень надеемся, что скоро, в ближайшее время закончится эта ужасная война, и нам удастся поехать, повидать вас лично и ваших котиков. Будем очень рады. Может быть, даже кого-то взять с собой. Мы тоже будем не против. Какую-нибудь маленькую трехцветку. Мы можем даже вам целую переносочку собрать маленьких трехцветок. Хорошо, спокойной вам ночи. У вас уже вечер
надвигается, у нас еще только утро. Ну, у нас же еще часы переводят же, да, у нас сейчас 7 вечера, вроде не сильно поздно, но уже очень темно, потому что же перевели часы. Вчера было бы еще уже 8, сегодня пока 7, уже темно. У нас же осталось еще до сих пор переводят время, поэтому... Ну, нам еще как бы работать и работать, я же говорю, я тут до 2 часов ночи, поэтому... Мне еще так где-то часиков 6 тут с ними находиться. Мы тогда ждем вас в гости, когда все закончится. Конечно, если вас видеть лично, первым пароходом. Лично, а я пока буду собирать цветных кошечек. Хорошо. Сколько вам собирать? 10 достаточно будет? Хватит пока на первое время. Хорошо, договорились. Идем тогда вас в гости. Хорошо. Будем всего доброго. Будем ускоряться к победе.